например, у вас в кармане оказалась горсть конфет, а навстречу вам попались ваши верные друзья. Не пугайтесь и не прячьтесь, не кидайтесь убегать, не пихайте все конфеты вместе с фантиками в рот. Подойдите к ним спокойно, лишних слов не говоря, быстро вынув из кармана, протяните им ладонь. Крепко руки им пожмите, попрощайтесь не спеша, и свернув за первый угол, мчитесь быстренько домой. Чтобы дома съесть конфеты, залезайте под кровать, потому что там, конечно, вам не встретится никто.